Приветствую вас, дамы и господа. Это хайлайты матча Na'Vi Junior против команды Blue Submarine. Была ранее такая команда, как Yellow Submarine. Это была команда, ну, а-ля молодой состав Team Spirit. Сейчас есть какие-то Blue Submarine. Не знаю, имеет ли это отношение к драконам, но матч посмотрим. Матч играется... Какой у нас? Матч играется в рамках битвы за слот на закрытой квалификации ESL One Bangkok. Бангкок. Или Бангкок. То не будет в Таиланде, по-моему, проходить. Короче, это квалификации на закрытой квалификации ESL. Витаю, хлопцы, гарной игры. Нам прописывает Shadow Demon. Вот тоже подивимось. Короче, катка играет в формате Best of 3. Команда, которая выиграет, проходит закрытые квалификации. Команда, проигравшая, еще будет иметь шанс на вторых квалификациях. Вторые квалификации будут играться то ли 13-го, то ли 14-го числа. Там тоже какие-то матчи глянем. Допустим, там у нас есть такая ситуация, что команда Pandas отлетела с квалификации. Можно будет в теории их посмотреть. Так, кто вообще играет? Давайте посмотрим. Ну, Na'Vi Junior, понятно. Na'Vi Junior, по сути, как бы это первый состав Na'Vi, потому что у Na'Vi нет состава второго сейчас. Они его пока убрали в инактив, некому играть. И тут God The Juice играет на Герокоптере. Дейс играет на Муэрти. Пима играет на Андерлорде. Нику играет на Сэнд Кинге. И Редис играет на Огр Маджая. Na'Vi, кстати, и в прошлый раз брали Огр Маджая. Кто пропустил хайлайты прошлой катки, там была катка Na'Vi против Солыча. Против Pandas, пересмотрите. Так, тут у нас некий Спирит играет на Даунбрейкере. Ранг 90, неплохо. Миреле играет у нас на Пангольере. Звезд играет на Шадоу Демоне. Лупси, он же Лалка, играет у нас на Шадоу Демоне. И Аздекор играет у нас данную катку на Титане. Вот Аздекор где-то видел, вроде как. В общем, посмотрим. Ну, по рангу, конечно, повыше будет у Na'Vi. На верхней линии пошла агрессия, накидывает дэмэджа, пока у нас под СФа, запускает в него там неплохой удар пистоля, но тем не менее, ПБ забирает себе именно звезд, он же СФ, спускает парочку ударов по оппоненту, ломает еще и дейза, и агрессия от Na'Vi не удалась. Минус 2, что написано? Да, ну, на... А, да ну на Go Next у него подпись, нормас. 2-0, начало для команды Blue Submarine. Ракета пошла, подкатывает Огр, спускает барражин, убивает бедного Спирита, страдает Даунбрейкер, ракетка зашла, и проникновение в Даунбрейкер происходит весьма неплохое, но напоследок молоточком она немножко подразмяла игроков команды Na'Vi. Кстати, катапульта тут подъезжает под тавр от команды Na'Vi, поэтому было бы неплохо тавр поднапрячь, но все-таки против Shadow Demon они не будут этим заниматься, скоро вернет Валора, ну его нафиг, риски тут не нужны. Ну, начало получается, в принципе, у нас неплохое, даже плюс-минус равное. В центре у нас немножко была доминация от Сэн Кинга. Он занимает нынче второе место по нетворцу, неплохо линию постоял, да, и в целом неплохо пофармил Герокоптер. Хотя СФ у нас не сильно проседает. Так, пошел у нас эпицентр. Было бы неплохо копнуть. Ой, но валили там еще и сверху разгаста по СФ. Ой, как-то прям совсем уж неудачно. Тут звезд оказался, и звезда сразу звезданули. Как мы видим, быстренько его уничтожили. Пангольер покупает себе стандартные в целом диффуза, но это его не спасает от агрессии от молодых Na'Vi. Смещается Валора, спускает у нас здесь пока что врыв для подсейва и для контр-инициации. Ломает Нику, минус мидер. Команда Na'Vi падает. Падает у нас молодой. Кстати, если что, мидеру Na'Vi 15 лет. Прикиньте, 15 лет. А он уже мидер Na'Vi. И уже неплохо катает на самом деле. Так, у нас пока там СФ имитирует свою ультимативную кнопку, но она тут не особо нужна, потому что и так ломает прекрасно Дейза. Дейз отправляется в таверну. 7-5. Отличный файл команды Blue Submarine. Вылазка в смоках от парней из команды Submarine продолжается. Есть у нас выход на Нику. Нику опять в теории могут убить. Кстати, прям вообще по кайфу, если снова убьют у нас мидера команды Na'Vi. Да, он падает. Отличное проклятие срабатывает у нас от Shadow Demon. Там, кстати, большая пачка NGA. Было бы неплохо ее подворовать, но тут подъезжает Герокоптер, отпускает свои раскастовочки по СФ. СФ больно. Звезд страдает, звезд раздувается, но посмертно. Это минус. Очень битый God The Juice, но не помирает. И даблки забирает себе по итогу Days. Там, кстати, пати заканчивается. Там у нас еще слетает. Нифига там прострел. Просто пол карты пролетает. Летает снаряд от Дейза, отличный удар рикошета от елки, и это будет минус по Валоре. Фраг кому? Вот в чем вопрос. Подгорает пока он тут от Редиса. Кстати, попытка Данаи происходит, но она не произошла. Загул очка у нас пока что Титана, хотя он в целом был на своей территории. СФ продувается, чтобы подсейвить ему, этот гоняет Огр. Огр пока у нас в страхе отступает прочь, но его там разбудили. И Редиса поломали. Вот это, конечно, существенный плюх вылетает от СФ. Отступает у нас по итогу Сэн Кинг. Одно смещается Валора. Блин, как припрыгивает. А, прикольно. Чисто развел прыжком у нас. Обманул. Обманул Нику. Валору, на верхней линии пошла агрессия на Пангольера. Пангич получает себе фир в лицо. Застрел краски в поляне Пимея, но ему хватает пока что сил на раскрутку. Он раскручивается и на своем бибипе вылетает, выезжает, точнее, из этого файта. И да, не произошло. А снизу пошла у нас агрессия от God The Juice. Кстати, нифига себе, Блэдмэп покупает себе Валора.
Угар откидывает пока гранатки, но не, ничего не будет. У нас происходит дальше, все дальше будет спокойно. Так вот, прикольный получается бит у нас. Валора через Blade Mail, а Угар решил купить Семидас. Ну, прям как я в пабе. Как говорится, плюс в комментарии, если тоже так играешь в пабе. Да, по поводу комментариев, пишите комментарии из 7 слов для продвижения видео. И не забывайте подписаться на канал, потому что бытует легенда, что от подписки растет... Подписка. Вот такие дела. Так, у нас агрессия от команды Blue Submarine на нижнюю линию. Смещается Na'Vi на под деф, поэтому у нас намечается здесь неплохой, по идее, батл. Но там есть Vision у парней с команды Blue Submarine. И, в принципе, команда просто этот Vision отдает оппоненту, и все. Смок атака от Na'Vi. Посмотрим, насколько будет успешная. Ну, в целом, никакая была смок атака от Na'Vi. Никуда они не вышли. Но вот сейчас уже к 20 минуте намечается драка на центральной линии. Наминают дэмэджа, пока пробивают 3D. Среди спейтогу отпал Тавер. Но Блэк Пимбар пошел в Годзе-Джуса. Подкатывает Полора в бой. Уронила свой ультимейт, но все-таки никого там не прогрело. К сожалению, для парней с команды Blue Submarine. Подкоп пошел от Сенкинга. Раскачивает гирокоптер. Заканчивается Блэк Пимбар. Очень плотно влетает СФ. Просто редкликом пытается уничтожить всех в этом файте, но ему не хватает контроля. Вот кто-то бы их тут зафиксировал, кто-то бы задержал. Было бы хорошо, было бы здорово. Но фиксация не произошла. Итого у нас 16-8, 5к перефарма. Пока что у Na'Vi Junior запускает рикошет по СФ. У ТОАК неплохо срабатывает кнопочка. Накидывает демонжа, пробивает у нас еще и парнишку как раз-таки на звезде. И падает также у нас еще и Титан в этом файте. Вот, как-то так. Пошел разлом, нападают на бедную Мерту. Мерт пока сейвит себя при помощи ультимативной кнопки. Пангольер выпрыгивает против этого файта. Na'Vi готовы впрягаться, так понимаю. Было бы неплохо его-то зафиксировать под копчиком. Под копченко через секунду прыгает, и да ладно! Там прямиком вот между действием ультимейта СФ залетает у нас господин Ценкин. Запускается колдаун. Провожание СФ. Разбивает во время шадоу демона. Демон упал. Подцепили Нику. Нику падает. Здорово получается. Минус мидер парней из команды Na'Vi. Это хорошо. Это размен, который вполне устраивает данных молодых людей. Спускается в рывок Валоры, пошел в Блэккинбар, уронила дэмэджа Валора, но она не спасает тиммейта. Кавер, не улетай, пожалуйста, вернись в файт, и ломает спирита, спирит минус, и еще один упал. 21.9, блять, камера, алло. О, окружают, кстати, Нику. Опять у него могут быть проблемы. Сбили ему блиндагер, подкатывает пангольер. Пошли замедление, пошли диффуза. Наваливает дэмэдж побольше по Нику. Да что ж такое, камера, ну пожалуйста, успокойся. Показывай файты, а не прыгай хрен знает куда. От замеса пробивают до конца. И под сейва тут не будет или будет. Так, уронили дэмэджа еще и по Андерлорду. Впрягается СФ, отклик пошел. Неплохо наваливает Андер. Андер почти что упал, да, это минус. Гирокоптер пытается в этом файте произвести размены. Пока размен получается 2 в 2. Но все-таки это не на руку команде Na'Vi. У них падают более важные цели. Накидывают у нас развороточку, и этот гадлайк уже для Годзе-Джуса. Падает СФ, здорово получается. Накидывая дэмэджа Огр Маджай, запускает там пока свои игнайты, позапускает свой мультикэс, касты, простакивая дэмэджа по пангольеру, но панга слишком жирный оказался. Кстати, у Na'Vi потери существенные, минус 4 героя у Na'Vi, и гирокоптер никак не сможет остановить пангольера, но он сможет остановить шадоу демона. Демонюга падает в таверну. Фух, 26-13, вот такая вот жесткая рубиловка происходит на экране. Агрессия пошла у нас пока что от господина Сенкинга. Он решил тут быть тем, кто ищет фраги. А после команды смещается на телепорте Андерлорда. И казалось бы, один нападает на Сенкинг, но сразу Na'Vi оказывается рядышком. Правда, у Сенкинга все равно проблемы. Он минус, но правда уже два героя падают парней из команды Blue Submarine. Провожает дэмэджем у нас звезда. Звезд падает, это минус. И Beyond Godlike продолжает настакивать себе мистер на джирокоптере. Na'Vi там уже спокойно себя подпушивает центральную линию. При этом Na'Vi даже себе могут позволить немножко файт разделить, потому что в это время подпушивает нижнюю линию Андерлорд. Падает полноценно бараки на центре. Вкатывает спангольер. Попытка поймать гирокоптера. Na'Vi нужно смещаться на подсейв тиммейта. Правда, гирокоптер пока есть Aegis. Aegis заканчивается. А вот теперь Aegis нет. А теперь вот надо бы его уже и спасать от такой ситуации. Или не надо? Не, не надо. Просто потеряли Aegis, просто сломали тавр снизу, и себе Na'Vi освобождает пространство для подпуша дальше. Na'Vi смогут еще и поломать тавр на нижней части карты. Ну, в целом, понимает Na'Vi свой жир, Na'Vi понимает свою силу и просто пытается эту катку вот так вот закончить пушем, даже, по сути, без каких-то драк, даже разделяясь по экрану. Ну, окей, ну, чувствуется опыт. Хотя, казалось бы, молодые Na'Vi, но опыт уже есть. В принципе, Na'Vi молодые, когда давненько уже вместе. Напоминаю, что тренером команды Na'Vi выступает тот самый Иван Макстайл. Иван Баланар. И, кстати, был у нас матч с Баланаром Мид от Na'Vi. Но это такое. Можете пересмотреть хайлайты на канале. А пока ломают, Дейза падает. Также еще у нас Ас Декор. Минус 2, минус 2, да, минус 2 героя у парней с команды Blue Submarine. Смотрим байбеки. Байбеки это максимально важно. Камера у нас просто максимально сломанная почему-то в этом матче.
она ничего адекватно не отображает, но что поделаешь, такая вот нынче камера, так работает Dota, решил нам нихрена не показывать, но в любом случае это ГГ. Первая карта за команду Na'Vi. Na'Vi в одном шаге от выхода в закрытую квалификацию на ESL. И что, кстати, интересно, я это говорил в прошлом ролике, Na'Vi молодые катали обычную квалификацию в Западной Европе, но в этот раз Na'Vi играет квалификацию в рамках Восточной Европы, и, скажем честно, в Восточной Европе шансов Na'Vi больше. Могут пройти. Ну, по статистике, по урону, отличная катка от Na'Vi. Герокоптер в этом матче сыграл в лучшем стиле, в лучших традициях Папича. Ноль смертей, ноль ошибок. Вторая карта, погнали. Ничего себе. Какая у нас опасная, страшная брудмазер. Сетик, конечно, впечатляет. Арахнофобы могут быть в страхе после такого сетика. Но, тем не менее, посмотрим данную катку. У нас тут пока что звезд делает ФБ. Опять ФБ для парней из команды Blue Submarine. Опять Na'Vi теряет своего тиммейта. И, кстати, опять у нас потери на верте линии. Но в этот раз вроде бы не минус 2. В отличие от прошлой карты. Так, по поводу данного матча, в принципе, интересно, прикольно. Бруда на позицию керри. И Магнус, кстати, у нас в этом матче тоже присутствует. Магнус у нас в целом хороший выбор. Да, у нас были катки, где был Магнус Смит против Бруды. Это было забавно, это было интересно. Тут Магнус тройка, но это Магнус тройка в принципе под Драгонайта, который как бы может неплохо так дэмэджи подвести. Посмотрим, короче, как сыграют. Драфт в целом рабочий. И комбо-вомбо под РПшку тоже имеется. Ну, скажем честно, сначала Na'Vi получается прям здоровская. Уже 2к перефарм с ними имеется. Линиса это не прям отлично. Все три топ крипстата на карте именно у Na'Vi. Так еще и ломают Валору тем временем снизу. Фраг забирает себе God the Juice. В центре будет драка. Или как? Смещается Дейс. Так, руна дабл дэмэджа. Дейс будет ее контролить. Забирает рунку себе в этих или не забирает. Пока пытается оставить руну для тиммейта. Ласа сирой пошло и забирает себе руну. Все-таки мистер Бэтрайдер провожает в это время. У нас сейчас пальчиком прощупывает мальчика. Проткнули. Проверили тут ему. Проверили ему то самое место. Падает у нас два героя Дейза. Неплохо тут разбивает дэмэджа Леоныч. Залетает Валора, накидывает у Регизу. Заворотник, это будет минус. Летает Валора и уронил дэмэджа еще и на Нику. Нику минус. И еще один саппорт делает даблкил в этом замесе. Суппорты прям разошлись, конечно. Что с одной, что с другой стороны. Смещение. Так, нападают пока на верхнюю линию парни с команды Blue Submarine. И Нео Субарина пытается потопить команду Na'Vi Junior. По крайней мере, в рамках данного дефайта, напоминаю, что матч Best of 3 первую карту уже проиграли Blue Submarine, поэтому им нужно тащить, им нужно брать эту карту, чтобы выйти на третью решающую в этих квалификациях. Но пока я все это говорил, они просто профукали свой файт. К сожалению. Опа, подцепили. Ну, кстати, контроль это прям очень классно против такого героя, как Ember Spirit. В этом матче есть, ну, один из лучших представителей контроля. Леон, Хекс, подкоп. Вообще по кайфу. Так, у нас там файт. Борьба за руну мудрости пошла у нас здесь весьма-весьма серьезная. Роняет дэмэдж Валора, немножко стопает агрессию God the Juice. Телепортат уже делает PMA с файт, решил, что ну его нахер, я тут не задерживаюсь, как в том самом меме. Ну нахер, сказал PMA и просто свалил прочь за место. Но, правда, кто спасет дракона? Кто спасет дракона? Ломает Региса, дракона. А, дракона спасет Пангольер. Друг подъезжает. На самом деле странно, что у нас так файт покидает Магнус. Типа он просто уехал, уехал в памяти верхнюю линию. Ломает God the Juice. Доломали его в конце концов. Ник тут тоже страдает. Очень странно все получается. Вот такая у нас в этом файте. Пангольер пытается тут всем раздать люлей, но его загрызает пруд мамаша. Да, странный файт. Странный файт. Драчка намечается у нас около нижнего логова Раша. Она раскатывает Пангольер, заезжает Нику, пока пробивает раном звезда. Звезд у нас оказался в не очень выгодной позиции, но хотя бы у него был Аегис. Вопрос, смогут под это Аегис сейчас подойти парни, чтобы подсейвить. БКБшка имеется. БКБшка пошла ответ на ЛПМЭ. 4 секунды до РП. Кстати, это максимально важно. И РП можно закастовать. А, и так нормально. И даже без РП сбивают телепортацию брудмамки. Мамка минус. Потеряла мамаша себя в этом файте. Ну, скажем честно, реализация Аегиса на уровне говна. Так, на God the Juice. Там, кстати, все еще нет у нас гарпуна для звезды, так что подтягивать он пока еще не умеет к себе заманивать противника. Опять у нас камера показывает какие-то странные мувы, но тут пошел пальчик. Пальчиком не проткнули этого мальчика. Мальчик только чутка пострадал. Набивает дэмэджа на спид. А спид пока у нас там отгрызает лицо по PMA. Очень неплохо дэмэджа вносит так-то в этом файте. Дракон тоже там у нас немного страдает. Но у дракона имеется, если что, сатаник. И сатаник можно будет нажать. Нагоняют, убивают Региса. Падает Ас Декор, он же Бэтрайдер. Пробивают еще и Валору. Валора весьма жирный, конечно. Под действием Саши Яши, под действием как раз-таки Кирасы.
если он очень толст. Так, дракона можно убить, дракон тут вармлеть не сыграет, проиграл свою жизнь тут в этом замесе, он по итогу пробивает еще и PMA, PMA минус, и Нави зафиживает. У Нави было, по-моему, если не ошибаюсь, один скоперифарма. Опа, опа, полное вытирание команды из пяти мужчин происходит на экране. Все пять героев Нави падают в таверну. 6к, о-хо, пидерасты. Дракончика пока тут подцепили, но сразу кастуется у нас диадема. Раскатывает спангольер, пытается поймать хаски, пока уничтожить вражеских героев. Но нужно бить максимально, максимально хорошую цель. Падает Леон, и он не успел раскатываться, но благо у Леона есть байбэк. Спускается чайник прямиком под ледяной шпиль. И от шпиля неплохо нашпиливают команду Нави, но и Нави тут тоже неплохо нашпиливают по оппоненту. РП полетело, не то же самое качественное. Ну хватит улетать, камера, пожалуйста. Так, три героя упали у команды Плюс Марин. И по итогу это победный файт для Нави, правильно? Правильно. Так, Нави предпринимает решение заканчивать данную катку. Бруда пока в таверне, а у Бруды байбека нет. А Нави знают это или не знают. Так, по байбеку. А, там не стать золотом. Поэтому Нави не владеет информацией. Выкупается Валора без Бруды 47 секунд. Будут парни с команды Blue Submarine. Что же они смогут сделать за это время? Вот в чем вопрос. Пока демонтируются бараки. Раз. Демонтируются бараки. Два. Совсем скоро. Есть лассосирование. Камера. Ну иди ты нахер, серьезно. Напиши в комментарии, что думаю по поводу камеры в этом матче. Я не знаю, почему она показывает просто пустые места. Возможно, показывает место смерти Бруды, и типа Бруды нет. Возможно, на это намекает Дота. Но мы это и так с вами прекрасно знаем, а надо как бы файт посмотреть. Падает господин Бэтрайдер. Закромсали мыши всадника, набивает еще и Лупси, Лупси упал. Влетает Валора в замес, роняет дэмэджа на Нави, падает пока лишь только Леон, этого будет, конечно же, слишком мало. Разбивает Эмбер Спирит, Эмбер падает без байбека, ну и пока Пруда появится, походу сдохнет вся ее команда. Телепортация пошла у Донбрейкера и хватает Валоре все-таки сбежать из файта. Ну что, два героя сейчас будут дефать базу у парней из команды Blue Submarine, вдвоем дефать против четверых будет крайне сложно. Ну... Найс, делай гейм. В общем, делай гейм. Готовы мега-крипы. В этой катке, кстати, у нас получается две карты подряд делаться мега-крипы в матче. Прикольно. Забавный факт, как говорится. Так, в общем, смотрите, я говорю о том, что на квалификации играет еще команда Пупея. Пупея себе собрал новый состав. Ну, если честно, состав смотрится прям совсем не очень, как по мне. Но, если интересно, могу записать хайлайты матча Пупея. Там... Можно глянуть. Интересно, не интересно, пиши комментарии, я уже пойму по вашему фидбэку, стоит ли записывать. Ну а Нави молодые, Нави победили. Нави Джуниор проходят в закрытой квалификации турнира ESL. Так давайте еще раз уточню, куда же они прошли. Это ESL One Bangkok, по-моему, да? Да, Бангкок. ESL One Bangkok, турнир будет в Таиланде, правильно ж? Играться. О, кстати, очень прикольный логотип турнира. Там на логотипе турнира антимаг сразу в двух формах. То есть антимаг, который, мужчина и это, как ее зовут, Вэй, женский образ антимага, поэтому прикольный логотип на самом-то деле на турнире ESL. Это будет лан-турнир на 1 лям баксов, и турнир будет с 9-12 по 15-12, то есть, в принципе, уже через месяц будет лан-турнир на 1 миллион дилеров. Кто знает, может быть, туда смогут выйти Нави Джуниор. И, кстати, такая информация, кто вообще прошел на турнир, давайте тоже сообщу. Прямой слот получили у нас команды, которые показали хороший результат по рейтингу ESL, и что забавно, это три команды от Восточной Европы. Это Bad Boom, Spirit, Parivision. И также команда Falcon тоже получила инвайт на этот турнир. Прикиньте, вот уже Bad Boom, Spirit, Parivision прошли, и то есть квалификации для Восточной Европы сильно упрощаются, потому что, по сути, там кто есть сильный вообще? Хер знает, но в Virtus.pro какие-то. Нави нет больше, ну, точнее, пока нет Нави состава обычного. И, кстати, еще команда PogChamp прошла квалификацию, то есть пока у нас только две команды известны из восьми на закрытых квалификациях на этот турнир. Это Нави, Junior и PogChamp. Квалификация закрыта начинается уже 15 числа, то есть в пятницу 15, 16, 17 будут закрытые квалы на тот туре кататься. Вот такие вот дела. Если вам будет интересно, то, в принципе, или постримлю, или запишу хайлайты. Вот так вот. Посмотрю по загруженности. Все. С вами был Texas. До связи. Пока-пока.